Всем привет, да не дотрог, а у нас видеоблог здесь снимается на видео. Врать не стану, идем за сметаной, блядь. Ты здесь постой, и главное, чтобы звук был, я сейчас пукну. Крестовина моя тут стоит. А что у нас там за вид? А вы тоже это видите, да? Да. Вот она моя. Вот она, блядь. Как вам сидится? Ой, куда вы? Улетела птица наша. А не улетайте, посидите с нами еще здесь немножко. Госпожа кошка. Как хам тут. Вон она, вон. А это не вам, когда кипел мой 9-й вал, 4 года назад я про говно стихи читал. Как покоряли корабли моря, так киберспорт сейчас покоряет. Не зазря мы люди людские, а мы простые игроманы. Сюда я заходить не стану, блядь. Что оно? Игроки из Самары, заходите. VS Game поиграть, если хотите. Спортом сегодня занять, блядь. Видеоса, фотосъемка производится. Вот такого вот мальчонка. Ил-2, а вместо сердца пламенный мотор. Вот у нас здесь. Показывай, что у нас тут. Сметанница. Она тебе нравится? Ну вот. Вот, блядь, и полнейший список таких вот, ну, штучек, блядь. А это чего? Экономика, наука. Наука, конечно, не из простых. А я заваривал доширак. Наливал кипяток себе. Просто. В этот, блядь, в доширак. Я тебе не мешаю сейчас? Не мешаю? Я мешаю. Я не буду мешать, короче. Офигеть, какой тут офигенный стоит. Смотрите. Аппарат с напитками для... Охуеть. Боже мой, это только для взрослых напитков. А это памяти нашей жизни. А жизнь, она и состоит из таких мелочей. И важно все их записать, кто за чей, блядь. Сколько баллов поставьте, пожалуйста, этому видео. И просто царский лайк, чуваки. Ждем поддержки на моем канале YouTube Дрон Начал. И зима российская, и кругом бело совсем. Замело, блядь, все снегом. И мы с Олегом идем, блядь. Вот наша Россия. И поэзия, и культура, и архитектура. Все у нас здесь есть, блядь. Начальник.
слишком много сахара, да, ты забабахала себе туда? Ну, было. У нас такое сегодня. А что-то я решил... Что-то я решил радио ретро-ФМ, ретро-нотки в нашу жизнь нести небольшие. Вот и вы тоже перенеситесь в этот мир прекрасной старины. Вот, да, такие вот снежные, блядь. Видишь, глаза у нее тонкие, но ясные. Березы. И вот она, Россия, в одном простом дереве. Вся наша суть российская, блядь. Егорка Летов пел. Я не оставляю, что он не оставляет следов на белом снегу. Но мы сейчас оставим след в истории, нахуй. Даем на снег. След будет понятен, конечно, не всем, но кому-то может избранный... Да поможет избранным то, что мы сейчас здесь вам покажем. Зрячий да увидит, слышащий да услышит мысль, которую здесь неспослана свыше, блять вам. 2022 год, город Самара. 23-й год, Вэлла, и она охуела. Вот она, глыба, давит лыбу, блять.